Всем привет, это канал «Такая разная Кения», с вами Владимир. Я в Найроби сейчас, в аэропорту, вот, вылетаю. И сегодня я хотел бы рассказать, как кенийку привезти в Кению. До этого я рассказывал, как самому улететь в Кению, а тут уже интереснее. Тут приехал парень, ну, я не буду его имя называть, он пожил тут 3 месяца, одна девушка ему понравилась. И он решил ее в Россию привезти на месяц по турвизе. Я вот ему помогал оформлять шаг за шагом и прошел весь этот путь. Что нужно для этого? Во-первых, загранпаспорт, это нужно для кенийки. Если у нее нет, это займет 3-4 месяца. 3-4 недели. Где-то $100 будет стоить. Потом кенийке нужно еще снять отпечатки пальцев. Это для безопасности. И ей надо будет еще выписку взять с карты за последние 3 месяца. Ну, то, что у нее деньги есть. А в это же время тот, кто приглашает, делает ей, бронирует отель и оплачивает в России на этот срок. Делает ваучер, то есть это приглашение такое от турфирмы, чтобы как бы это официально. Делает медстраховку и заполняет еще в электронной форме визовую анкету для нашего посольства. Так вот, и еще там оплачивают госпошлину $100. Если это медленная виза, если быстро, то $200. Так тебе в один день ее сделают. О, Найроби. Найроби, кстати, не понравилось. После этого, когда вот этот весь пакет документов готов, нужно ехать туда, в посольство в наше, со всеми этими бумажками. Они их проверят. И вот мы приехали, так, в понедельник поехали, во вторник приехали. Потому что он уже улетел в Россию, она все боится. Кстати, посольство мне понравилось. Молодцы наши, так, все оперативно, все быстренько сделали. Во вторник не дали визу. У них приемный день только вторник, четверг. А билет уже на пятницу у нее. И на четверг договорились. Там переделывали этот ваучер. Оказался не такой. И в итоге ей дали сегодня вот визу. Мы довольны. Она там это прыгала от счастья. Так что, ну, все на этом. На сайте посольства написано, на нашем, что нужно. Так что, приезжайте в Кению, мы вас ждем. А я поеду в Россию сейчас. Дела эти я сделал. Так что все, пока-пока. И последнее уточнение. Нужно, чтобы эти билеты были одной авиакомпании. И туда, и обратно. Иначе заверну. Привет, это канал «Такая разная Кения». Продолжение истории. Вторая серия. Вот я был в Найроби вот 3 дня почти. Там чуть больше. И... вот помогал визу вот этой девушке делать, я там с консулом разговаривал, оформлял документы, помогал там, ну, наблюдал. И вот как получили визу, я сразу купил билет кенийцев до Дубаев, а потом Fly Dubai. Но почему-то через Мамбасу с остановкой 30 минут, мне это показалось странным, но ладно. И в тот же день я приехал в аэропорт, и мне такие говорят, а рейс отменен. А у меня все, ни гостиницы, ни денег, ничего нету. Уже все, там планы, все меня ждут. Я с ними поругался, и они дали мне в итоге, вообще еще, можно даже сказать, повезло, Emirates, вон они там ходят. Вот это аэропорт Найроби. Ну, такой же, как и был. Все, вот все. Последние черные уже в Дубае там столько не будет. Так что все нормально. Потому что Эмираты намного лучше, чем кенийцы, либо Fly Dubai. Потому что Эмираты, наверное, самая такая крутая, как и Катары компания. Так что я сначала переживал, куда я сейчас ночью покручу. Но ничего, нормально. Разобрались они. Оказывается, они мне слали смс-ки, но я не... отвечал, потому что, я не знаю, мне они не доходили почему-то. Сейчас они все дошли, но мне уже билет дали. Фигня какая-то, но
раздолбай здесь в Африке. Вот. Но все в порядке. Завтра буду в России. Все. Всех целую, обнимаю, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Приезжайте в Кению и увозите с собой девушек. Дубай.